Я читаю рэп, не о том, не о сём. Sound Record. Есть такая программа. О, привет! Я, кстати, пытаюсь записать новый трек, но, как вы поняли, видео о том, что я буду читать ваши комментарии. Не так много их будет, как вам хотелось. Кто-то себя узнает, свой комментарий. Может быть, вы пишете под фейк-аккаунтом. Давайте затянем, что я сказал здесь. Sound Record. Стоп. Запишем. То есть самое. Рекординг. Послушаем давайте. И тогда я приступлю. Я читаю рэп не о том, не о сём. Sound Record. Есть такая программа. О, привет. Я, кстати, пытаюсь записать новый трек. Но, как вы поняли, видео о том, что я буду читать ваши комментарии. Не так много их будет, как вам хотелось. Кто-то себя узнает, свой комментарий, может быть, вы пишете под фейк-аккаунтом. Давайте затянем, что я сказал здесь. Sound Record. Стоп. Поехали. Читаю ваши комментарии. Конечно, я не все буду читать комментарии, а там несколько, в общем, прочитаю. Пишет Альфред Розенберг. Дима, ты долбоёб. Но если ты написал, значит, в этом видео ты меня посчитал долбоёбом. Значит, в этом видео я останусь долбоёбом. Думаю, ответ тебя... Ладно, неважно. Не смогу я выговорить нормально это слово. Невероятно глубокий смысл в этом видео больше тебя... Тебе спасибо, Дима, за твой труд. Сначала в одном видео ты меня похвалил, а в другом видео, ну, грубо говоря, ты меня поругал. Пишет Эдуард Помялов. Ты за это брахло смог срубить бабла. Ну, конечно, если у тебя этот хлам был рабочим состоянием, у тебя по... Ну, что-то я не понял, как это слово расшифровать. Ну, латинским. Как бы мне понятно, о чем написано. Ну, ладно. Не гандите. Это, можно сказать, реалит воспоминания прошлого связь 90. Да, это видео... Ну, первый гаджет, то есть связь именно, ну, больше, ближе к 90-м. Вот. Пишет Ирина Колосова. Классное видео. Просто спасибо. Пишет Алексей Кузьминц. А потом получил брутальных пизделей от мамки за срач во дворе. Нет, просто мамка сказала так. А стоит это выкладывать в интернет? Ну, это мини-брутальное видео. Я сказал, да, можно, ничего преступного сделал. В принципе, там часть не моих вещей, но они уже устарели на лет 17. Эти все старые гаджеты, телефоны. Но я решил с этого что-то сделать простое, брутальное видео. Я просто хотел какое-то просто простое и, ну, просто динамичное видео. Пишет Максим Подошедший. Большой парень играет в игрушки, давно не видел, вообще нигде такого не будет. Быстро по большому парню скорую вызвали. О, Тетрис снова начнет заниматься хуйней все дни в родном доме напролет. Я с тобой не согласен, навряд ли я буду заниматься хуйней. Наоборот, хочу дома заниматься чем-то полезным. Ну, конечно, я что-то буду не полезным заниматься, но это лично мое. Это личное ваше дело, я еще раз повторяю, это ваша личная жизнь. Никто никому не указывает. Только могут указывать вам родные и близкие люди. А ваши друзья и ваши, там, может быть, коллеги по работе, только вам могут указывать, что вам делать на работе, что вам делать дома, родные. А когда вы с друзьями где-то тусуетесь, вам сами указывают. Но здесь речь идет про YouTube. Потому что здесь только про YouTube идет речь. Ладно, может быть, некоторые вещи я путаю. И я могу быть неправ. На учет поставить интернет, полиция, психиатрическую клинику и все, чтобы бы обезопасить несовершеннолетних лиц и не нес угрозу детям, и блок поставить на интернет с минимальным ограничением, кроме просмотров новостей. Вся жизнь обернется походами по психиатрам и лечебкам больного парня. Отличный пример — откосить от армии, от работы. Но не сказал бы, чтобы я откосил бы от армии, от работы. В Латвии никого не призывали в армию. Сейчас на данный момент идет профессиональная армия. Нужно иметь образование, а этого образования у меня нету, чтобы идти, в общем, в эту профессиональную армию. Кто-то предлагал в ЗМСРЦ идти,
ну, нужно это, то. Я вроде интересовался, а потом мне просто сказали, зачем тебе, если ты русский, идти в латвийскую армию? То есть, ну, вот такой вот вопрос. Хотите, вот здесь порассуждайте на эту тему, про латвийскую армию, в общем. Я в России не родился, я в Латвии родился. Вот, не путайте, Латвия это состоит в Евросоюзе, а Россия это Россия, она не состоит в Евросоюзе. Пишет Дарк Дэнни, дно. Пишет Арсений МЛ. Меня будто выебли в рот и в глаза. Пишет Дима Бледок. Очень круто, особенное движение руками под музыку. Ну я понял, про какое-то видео говоришь. Да, здесь я согласен. Про остальное можно сказать, что видео это полный шлак. И таких видео очень полно в Ютубе. Но я могу опять же ошибаться. Ну по поводу не только какой-то рижской секты или русской секты. Ну вообще, таких видео я считаю полно. Но я могу опять же ошибаться. Может сейчас никто на такие темы не делает пародии. Ну может быть только если Бэткомедиан своих таких, знаете, в нарезках делает, когда делает обзор какого-то фильма или трешака. Пишет Виктория Байсик. Это просто отлично. Я ответил, Виктория Байсик, я рад, что тебе понравилось. Я еще раз 20 пересматривал. Я реально рижскую секту раз 20 еще пересматривал, прежде чем я это выкладывал, в общем, на свой канал. Андрей Сцалотис пишет. Das is best was ich im YouTube gesehen habe. Я не очень разбираюсь в немецком языке, то есть я его не знаю, но здесь понятно, что здесь написано на немецком языке. Поэтому привет, Германия. Пишет Ольга Лукина. Это шедевр. Иди в том же духе. Дальше. Я ничего лучше в жизни не видел. Ольга, я думаю, это не все одобрят в Ютубе. И мои подписчики, если я буду каждый раз снимать пародию про рижскую секту. Мне на самом деле подумают, что мне нужно положить в психиатрическую больницу. А я, например, не хотел бы оказаться именно в психиатрической больнице. Я бы хотел оказаться здесь и продолжить вам читать комментарии. Так, пишет ОА. Я педик, потому что у меня есть реальная жена, женского пола. Я каждый день ее обжимаю. Я люблю девушку, того тебе советую. Найди, ищи. Я так скажу, меня сами люди находят. Но порой самому приходится в жизни искать людей, с которыми хотел бы, ну, в общем, сделать совместную жизнь. Вот, но порой бывает, что людей... Другие люди сами находят. Ну, ладно, не буду объяснять. Я Рома. Я понял, что ты Рома. Прикольно, хорошее видео, мне очень понравилось. Ну, спасибо и на этом. Пишет Алексей Кузьминц. Гуру обзоров поясняет за игру, в которой сам никогда не играл. 10 дедушек матрицы из 10. Нет, естественно, про некоторые игры, ну, то есть некоторые игры я не играл, но просто я много раз их слышал в других обзорах. Поэтому я даже не знаю, как прокомментировать этот комментарий. Пишет Псюх Плак. Пишет в гостях у Дебаста. Димон. В гостях у Дебаста. Пишет Иван Иванов. Годноту снимаешь, красава. Ну и на этом тоже спасибо. Пишет Хамехатхеро. Я даже лайк поставил тебе. Спасибо. Димон, Рига тебя испортила. Видео стали сухими, неинтересными и блевотными. Но как ты в Депилс возвращаешься и что-то снимаешь, мне это нравится. Это видео реально меня цепануло, как ты все приборы по времени разложил. Давай возвращайся в свой старый контент. Ну вроде я его как-то в последнее время его вернул, в свой старый контент. Пишет Дмитрий Лещев. Послушай бабу и сделай все наоборот. Не надо говорить комплименты и будь настойчив. Тогда шансов при знакомстве будет больше. Спасибо за совет. И под этим видео можете писать свои советы. Я их попробую разобрать. Но, по моему мнению, лучше не давать советы тому человеку, у которого больше все-таки опыта. Ну, то есть, мне кажется, в этом моменте нужно как-то чувствовать человека. То есть, стоит ему давать советы или нет. Хотя большинство людей, я считаю, что любит другим людям давать советы. И на этом я видео заканчиваю. Я читал, в общем, ваши комментарии. Ну, не все, конечно. Я бы мог и все, но это было бы очень длинное видео.